Festival? О, нет, бро. Спасибо, всем привет. Привет. Привет, Россия! Привет, ребята! Привет, берегу! Привет с другого берега! Привет всем! Many of us smile at each other, but how many honest trust issues? Switch up the number. I can't be bothered. I cannot blame you for having an album. I'm just doing my thing. Life of Pablo. Life of Pablo называется альбом. Kanye West. Спасибо, можно, спасибо. Его можем послушать только на Tidy. Есть такая пишет Tidy. Вот можем послушать только там. Хотя у нас в контактах можно послушать что угодно. И еще нажать кнопку download. За 100% есть, это значит контакт. Авторские права. Ничего по этому поводу не знаю. Такого понятия нет. Да, нет такого понятия. Не знали, хорошо, это плохо. Настолько давно едем. Где вы, ребята? Где вы были раньше? Почему вы не ходили в перископ? Почему вы не создали перископ? Да не, понятно, что все покупают там и так далее. То есть масштабы, допустим, пиратского рынка в России, они настолько колоссальны. Да, даже в Америке есть, да? Вот. Но как бы у нас это вообще бесконтрольный характер. У нас не могут договориться там об этом вообще. Кто там? Михалов пропихивает вообще налог на болванки. Там лазерный диск. Серьезно? Да. Там типа, что рублю, все, платите профсоюзу какому-то. Между человеку. Прочим, я не был в Коламбусе 10 лет. Я сюда когда приехал, это был Пинштадт, куда я приехал, я работал здесь. Уборщиков на карнавалах, таких маленьких карнавальчиках, которые ездят между штатами, жили. И вот я теперь сюда вернулся со своей выставкой Golden Aesthetics 10 лет спустя. И меня теперь знают в Америке. Так что... Триумфальное вращение. Триумфальное, да. Артемус Долгин. Через всю страну на троке, с трейлером сзади, со всеми пожитками, с Сильвестровым. Кто знал, что я чемпиона России сюда привезу? Никто не знал. Я знал. Поверните направо в направлении North Wall Street. Затем поверните направо в направлении White Street. Traffic jams. Американцев скептическое отношение к росту. Но мы говорили, может там кто не услышал. Статистическом.
Обращайся. Давайте, ребята, было приятно с вами познакомиться. Это Белгин. Еще раз добро пожаловать. Полагаю, где проходит самый офигительный Арнольд Классик. Не забывайте посетить goldtherics.com для таких отличных маечек, футболочек, штанишек, шортиков и шапочек. В общем, ребята, огромное спасибо за поддержку, мою поддержку, его поддержку. Мы вам покажем чем побольше, потому что турнир интересный, вообще выставка будет очень интересная, у нас выставка будет наш, будет очень необычный, очень олдскульный. Я думаю, вам постарайтесь в курсе. Давай покажем, как надо ездить, поездку. Осторожно, осторожно, там гормон роста лежит. А, черт, опять стероиды раскидал здесь по машине. Чуваки, вот так вот у нас выглядит наш холодильник, мы брали жатву. Вот, здоровенный тут 30 с лишним, 40 порций. Азия. Миронов патент на майке, который он и... Ладно, чуваки, пока. Ждите продолжения.